Всем привет, мои подписчики и гости канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом тыквенного хлеба, который в своем роде является кексом. В таком хлебе нет абсолютно никаких продуктов животного происхождения. Я желаю вам приятного просмотра. Для рецепта понадобится 400 грамм тыквы, которую необходимо нарезать кубиком. Я нарезал тыкву заранее, и она хранилась у меня в морозилке. Нарезанную тыкву выложить на решетку пароварки. Готовить тыкву 30 минут. По истечению времени тыкву переложить в глубокую тарелку и размять в пюре. Добавить к тыкве 100 мл миндального молока, 200 грамм пшеничной цельнозерновой муки или любой другой, 2 столовые ложки оливкового масла, столовую ложку разрыхлителя, 2 столовые ложки сиропа топинамбура или любого другого подсластителя, 1/4 щепотку соли. Все перемешать до однородности. Форму диаметром 20 см смазать растительным маслом. Выложить тесто в форму и разровнять. Украсить любыми сухофруктами. И семечками. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. По истечению времени достать хлеб из духовки и дать ему остыть. Затем можно вынуть из формы и нарезать. Такой хлеб очень подойдет к чаепитию осенними вечерами. Благодарю за просмотр данного видео. Напишите свое мнение о видео в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь
и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!